Так, всем ассаламу алейкум. В наличии Hyundai Ioniq 5 2021 года выпуска, 5 месяц. Автомобиль с минимальным пробегом, максимальной комплектацией, полностью с родными деталями, родная краска. Шикарный, шикарный матовый цвет. Автомобиль в идеальном состоянии. Как вы видите, тут уже на зеркале, вместо зеркала, камера хорошего качества. Также под ним тоже есть камера отличного качества. Ну и внутри очень много мониторов. Проекция дополненной реальности на лобовое стекло. Огромная панорама, шикарная. Вот такие красивые ручки. Черный салон. Так, по бирке 21 год, 5 месяц. Конечно, вместо зеркал теперь монитор очень хорошего качества. Вот, смотрите. Топовая акустика, память сидений, двойной стеклопакет. Очень крутое сиденье. Также вот рекаро, вот подножка. Дальше. Пробег почти 16 тысяч. 15,5, да? Проекция. Очень много мониторов. Очень крутая подсветка. Топовая акустика Bose. Беспроводная зарядка. Очень много USB-портов. Конечно же, огромная панорама. Отлично то, что автомобиль полноприводный для наших дорог. Батарея на 77,4 кВт. Мощность очень мощная. Есть спорт-режим. Тяга нереально крутая. Выглядит шикарно. Автомобиль полностью в родной краске. Резины все в идеале. Так, включаем спорт-режим. Конечно, отдельное внимание шикарной панораме. Ну и динамика, короче, хорошая. Очень-очень хорошая. Шикарная проекция. Камера и монитор вместо зеркала заднего вида. Вот как он хорошо тянет. Я думаю, с места баха сделать не проблема. Ну вот как баха, какая красота, да, смотрите, кино прям. Качество очень хорошее. Очень хорошее качество. Еще мне нравится вот подсветка. Вот так, режим вождения меняется. Здесь полусенсор, так называемый, память сидений. Топовая акустика Bose. Вот такой вид изнутри. Встроенный видеорегистратор. Здесь беспроводная зарядка. Управление климат-контролем, все. Рычаг переключения передач под датчиком под этим поддворником. Так, у нас горит чек баллона. Давление в шинах надо проверить. Заряд 56. Теперь заряжается очень быстро. Запас хода где-то плюс-минус 450 километров, может быть даже больше. Вот до 500 дойдет со 100%.